покупать. Да пока надо эти прочитать. Ну а что ты там про Депеш Мод закончил читать? Давно уже. Ну и чем там еще все закончилось? Чем там все закончилось? Ну чем? Я не помню уже, если честно. Я знаю, вот как-то тоже наталкивался, блин, но это еще давно, блин, не помню, в каком журнале, блин, там же этот Ган, у него же татуировок был сначала до хрена, а потом что-то у него заклинило, блин, и он все татуировки вывел там, что-то не стал. Не, он тюремный, тьфу, тюремный, он блатные вот эти вот вывел. А, блатные свои, цветные оставил, да? Ага. А решил он блатные, короче, убрать. Ну да. То, что он там по малолетке там попадал, да. Вот эти решил убрать, да? У него там, небось, там было тачки там... Тачки они угоняли, ну, и да, катались по городу. Прикинь, Ган ночью, такой, ночью на пальцах Ира. Идем резать актив там. Пост! Прости, отец, судьба так. А ты вообще соображаешь тюремной аббревиатуре вот в этой? Нет. Нет? Нет. У нас один тип был, блин. У него там на пальцах на одной руке было ЛХВС, блин, наколото, а на второй руке было лорд, блядь. И он такой, в карты, в сику, мы там режемся. А там один, короче, интересующийся такой, к нему такой, Эдик, а что вот это вот у тебя лорд обозначает? Он такой, ну, сиканул такой, говорит, люблю очко родного деда. Он такой, а вот это вот ЛХВС. А он такой, любопытным хуй в сраку. Обломался, блин. А еще одного типа видел. Смотри, у него на руке нахреначено лебедун. Я думаю, что за лебедун? Блин, сколько живу, блин, не видал ни у кого такой фигни. Лебедун. Я говорю, у него, слушай, друг, говорю, а что расшифровка лебедун? Что это такое вообще? А он, знаешь, что загоняет? Любить ее буду, даже если уйдет навсегда. Блядь, я там было рухнул. Лебедун. Так мы его потом и звали. Лебедун. Я говорю, кто ж тебе, блин, посоветовал такого лебедуна-то на кого? Разные люди были прикольные. Одного на коленке было лев нахреначено. Ну, что с черточкой. Я говорю, блядь, я ржал там, пиздец, кто-то у него там спросил, а он такой загоняет, он такой, люблю ебать веселых. Как-то так. Ладно, Саш, что-что? Ключ скрипичный, я знаю, веселая жизнь. Да, ну тебе вот надо ключ скрипичный колоть уже. Нас сделаем, у меня есть хороший мастер. Да ну, это ж на пальце нужно. Зачем на пальце? Прямо на плече сделаем. Да. На плече, хочешь басовый сделаем. А басовый это как? Ну, он такой, блин, посолиднее, как готический такой. Mm-hmm. Да, ну, прикольно. Можно, вообще. Ну да. Вон Славик себе ж боцмана наколол, блин, да, клоуна. Uh-huh. Прикольно. У нас же гусь напротив соседней базы там колет портаки. И хорошо, у него постоянно клиентура, он хорошо делает. Ну, ну, а сколько стоит-то будет? Да и там договоримся. Недорого, да. Недорого. А то у тебя всю жизнь прожил ни одной наколки, так, блин. На плече есть. Ну, там такая наколка. Вот ее подправит. Ну, если там захочешь, он тебе подправит. Как бы. А вот принадлежность к музыке тоже бы неплохо было бы. Басовый ключ нахреначен тебе. Прикольно будет. Когда ты его увидишь? Ну, да, может, сегодня увижу, да. Ну, поговорить по ценах там. Хорошо. Скажу, вот на плече переделать, что там добавить. Ну, хорошо. Ну, Славик, он, блин, ну, больше пачки сигарет, он за косарем этого клоуна набил. Ну, это вообще... Да. И хорошо так сделал, да. Так. Ну, все, Саш, давай. Ладно. Увидимся давай, еще. Пацаны.